Друзья, с вами Светлана Титова на моем канале «Поделки с детьми, поделки своими руками». Сегодня я хочу предложить вам сплести вот такие вот бусики, которые могут служить бусиками, а могут служить прекрасным вот таким вот многослойным браслетом. Вы можете сплести себе вот такие бусики и к ним браслетик, вот такой комплектик. Как его сделать, я вам сейчас покажу. Берете одну резинку. На крючке три раза скручивайте и протягивайте этот узелочек на две резинки. Одеваете на один пальчик и на указательный пальчик. И одеваете вот так крючок. Одели крючочек. И с этой стороны тоже одеваем крючок. Вот такой фрагмент у нас должен получиться. Из таких фрагментиков мы сейчас будем делать наш браслетик. Бусики. Берем следующий. 1, 2, 3. На крючочек одели. Берем две следующие резинки и протягиваем. На пальчик на один одеваем и на другой. Теперь берем крючком и соединяем два наших фрагмента. С этой стороны мы тоже одеваем крючочек. Здесь поправляем на серединочку наши узелочки. Берем следующие две резинки. Эту скручиваем три раза на крючке и продеваем через эти две резинки. Опять одеваем на пальчик. Одеваем на крючок. И с этой стороны тоже одеваем крючочек. Вот так у нас получается. Берем резиночку. Раз, два, три. Одеваем на крючок. Продеваем следующие две резинки. Одеваем на указательный пальчик. Теперь на крючок. И сюда опять крючочек. Поправляем. Берем следующую резиночку. Одеваем ее три раза на крючок. Берем следующие любые две резинки, чтобы он у нас был яркий, красивый. Одеваем эту сторону на указательный пальчик. Одеваем на крючок. Вяжем до нужной вам длины. Соединяем с этой стороны крючком. Здесь поправляем наши узелочки. Вы можете связать себе браслетик вот такой. Бусики можете себе такие связать. Вот у вас уже будет комплект. Была рада встрече с вами. Всего доброго. Будьте счастливы. Улыбайтесь.